Ми повернулися. Спасибі, що ви з нами. Я нагадаю, з нами на зв'язку Кирило Сазонов, блогер, і з ним говоримо про гроші. Так? По-моєму, найцікавіше говорити про гроші. А тут ще й така новина про те, що їх можуть, ну, наші державні, так? Ну. Ми знаємо, що державних грошей немає, це всі ваші, наші, так, всіх нас. І коли їх можуть ще назад забрати, отут якраз цікава історія. Так, пане Кириле, якщо фіналізувати те, що ми говорили, так, НАБУ, яке перевірить за клопотанням захисту Януковича те, як списувалися ці півтора мільярда доларів, так нам варто хвилюватися чи ні? Чи, можливо, варто хвилюватися Держфінмоніторингу? Ну, любому чиновнику волноваться тільки на пользу. Чим більше він волнується, тим менше він думає о тому, як щось зробити для себе. Пусть все волнується, пусть волнується Фінмоніторинг, пусть волнується НАБУ. Но я думаю, что в данном случае нам беспокоиться не о чем, потому что Украина не отдаст украденные деньги Януковичу, даже если на его сторону встанет некоторые силовые структуры. То есть это действительно деньги, которые украли из украинского бюджета, и сейчас идут уголовные дела и по отмывочным площадкам Клименко, и по целому ряду других вопросов. Но если Янукович все-таки хочет и хочет вернуть, пусть приезжает, и мы встретимся в суде. А що ми будемо робити з грошима, національними грошима, грошима, які з держбюджету пішли на докапіталізацію Приватбанку, який був націоналізований рівно рік тому? Ну, як знаєте, не знаєте, Солом'янський суд міста Києва ще 15 грудня прийняв таке рішення, що може заблокувати перевірки і моніторинг, і аудит. Що з цим ми будемо робити? Соломенский суд принял достаточно жесткое решение по мониторингу Приватбанка. Он запретил решение обязательно к исполнению, независимо даже от того, что на него подадут апелляцию. Но прошло три дня, и высокий суд Лондона арестовал все активы Боголюбова и Коломойского в зоне британского контроля, то есть Великобритания, США, Канада, пока будет иск по возвращению 2,5 миллиарда долларов, ну, 2 миллиарда долларов, считается, они вывели через связанные фирмы, по мнению украинских истцов нового руководства Приватбанка, и полмиллиарда еще накапали проценты. То есть группа условная Порошенко и условная группа Коломойского обменялись ударами, сравняли счет 1-1. Не хотят они спокойно встретить Новый год, будут продолжать бороться. Но, ну, нехай там ніж Верховній Раді. Так, чекайте, а за ким тепер крок? Чия черга робити хід? Ну, самое главное, безусловно, не Соломенский суд, самое главное решение Высокого суда Лондона. Ага. Другое дело, если мониторить сейчас их сделки, нам запретил Соломенский суд, ну, Украине, то там по иску со связанным интересом. Фирмы, которые работали с приватом, стали работать с НБУ, зная много лишнего. Это запрещено. То есть самое важное решение, которое вынесет Высокий суд Лондона, где Украина возьмет доказательства, какие аргументы использует Коломойский, он очень как бы опытный человек в судебных баталиях, достаточно непростой противник. То есть нас ждет еще достаточно долгая игра, учитывая то, что обе стороны будут заниматься не только судебными баталиями, но и активно играть на политическом поле, активно вредить друг другу. И Корбан вернулся тоже не зря. Это тоже фигура достаточно заметная. То есть нас ждет впереди масса интересных новостей. Но самое забавное, что в момент ареста активов группы «Приват», уже не «Приватбанка», их теперь невозможно как-то отжать, ретернуть, захватить, договориться по-тихому, что-то отдать в качестве компенсации. Лондонское правосудие такого не допустит. Так что у нас это очень интересное, даже не фильм, а сериал. Ну, ще про одне таке судове, ну, Стокгольм нас чекає вже в 2018 році по Нафтогазу та Газпрому, там більші суми. Як ви гадаєте, виграємо чи ні? Бо там таке важке дуже розбирательство. Там несколько разбирательств. О каком именно вы говорите? Ну, там, ну, по-перше, про повернення до іншої схеми «не бери, плати». А по чесноку, скажімо так. Тут у нас все шанси на победу, и можно уже, ну, не то чтобы открывать шампанское, но если наш «Нафтогаз» не допустит ошибок и Минюст, а как показали первые слушания, они действуют достаточно хорошо. Дело в том, что этот принцип «бери или плати» уже отменило ряд европейских компаний, ряд европейских стран, сотрудничавших с «Газпромом». Они выиграли, более того, они не просто отменили это соглашение, они потребовали и выиграли компенсацию от «Газпрома». «Газпром», правда, не платит деньгами, расплачивается газом, ну, что-то и Украине достаточно приличные шансы выиграть. Другое дело, что «Газпром» хочет повесить у нас несколько миллиардов
долга за газоснабжение оккупированных территорий. Угу. Тут тоже начиналось с 3 миллиардов, но это было в прошлом году. «Газпром» туда закачивал газ все эти годы. Мы не знаем, собирал он деньги или нет, но требует с Украины полностью компенсировать, мотивируя это тем, что Донбасс – это Украина, мы его не аннексировали, так что будьте добры платить. Но тут их переиграл Яценюк в 2014 году, не заключил договор с «Газпромом». И теперь на все их претензии Украина отвечает: «Ребята, у нас нет договора, мы у вас ничего не покупаем». Угу. Что и куда вы закачиваете – это ваша личная проблема. Я думаю, что в тот момент мы тоже выиграем. Очень правильно, что мы не соглашались ни на какие условия, ни на какие уступки. Ну, что у «Газпрома» була цель заставити Україну купити по любой ціні хоча б кубометр газу, щоб був договор. Якщо ви ще вільні 6-7-8 хвилиночок, ми наступної частини одразу ж поговоримо про ОРДЛО, а поки що невеличка перерва. Добре.